Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor X6, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Итак, для начала выбираем язык. Я выбираю русский. И нажимаем «Начать». И выбираем регион. И нажимаем «Далее». Здесь мы принимаем условия использования, нажимаем «Далее». Тут мы можем вставить сим-карту, но если у вас все под рукой нет, можно нажать «Пропустить». Далее здесь мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Это нужно сделать для нашего удобства, но если у вас нет такой возможности сейчас, можно сделать это позже. Нажимаем «Далее». У нас вылезла ошибка, поэтому мы подключимся к другой сети. Здесь мы можем скопировать данные приложения. Нажимаем «Далее». Выбираем устройство. Если у вас нет устройства под рукой, нажимаем «Старого устройства нет под рукой». Теперь нам нужно войти в Google аккаунт. Для этого мы вводим телефон или адрес электронной почты. И далее вводим пароль. И нажимаем «Далее». После чего нажимаем «Далее». Здесь мы нажимаем «Принимаю». Далее выбираем устройство, копию которого хотим восстановить на этом устройстве. Нажимаем «Далее» и вводим пароль с того устройства, копию которого мы восстанавливаем. Нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Ок». Нажимаем «Принять». Далее выбираем поисковую систему и нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Здесь мы можем войти в аккаунт Honor. Мы можем либо зарегистрироваться, либо выбрать другой вход, если у нас нет аккаунта. Итак. Здесь мы можем либо создать аккаунт Honor, либо войти через смс-сообщение, либо нажать позже, что, собственно, я и сделаю, и не буду создавать этот аккаунт. Далее мы можем настроить здесь защиту устройства. Мы можем настроить разблокировку отпечатком пальца, функцию распознавания лица или пароль. Я настрою только пароль. Выберу способ блокировки. Ввожу пароль. И повторяю пароль. И нажимаем «Готово». Здесь мы нажимаем «Пропустить». И теперь у нас тут мы можем включить дополнительные службы. Я нажимаю «Нет». Здесь тоже нажимаю «Позже», нам это не нужно. Местоположение можно включить. И здесь мы также нажимаем «Включить и продолжить». Далее мы можем попробовать жесты. Вот пройти такую инструкцию. И нажимаем «Готово». Тут же мы можем изменить, там была кнопочка «Способ навигации». Вот. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.